Территория машин. Всем привет! С вами «Территория машин». Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня расскажу вам о планах корейцев и быстром «Лексусе». Оптимизм корейской компании Kia говорит нам о том, что, может быть, не все так и плохо. В то время как бренды уходят с нашего рынка или оставляют одну модель, корейцы, наоборот, полны планов по поставкам новинок. Недавно они поделились этими планами. В первую очередь к нам привезут Soul GT, показанный в сентябре в Париже. От стандартной версии его отличает турбомотор мощностью аж 204 лошадиные силы, который работает с 7-ступенчатой преселективной коробкой передач. До сотни этот разозленный хэтчбэк разгоняется за 7,8 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. Приедет к нам и самый большой внедорожник марки – Махав. Он как раз недавно обновился, и в Корее посчитали, что он у нас опять придется ко двору. Но самое главное ждет нас во второй половине следующего года. Мы увидим новый Рио. Один из самых популярных автомобилей на нашем рынке обновится полностью. Самое интересное, что он совершенно не будет похож на европейскую версию. Грубо говоря, общего у них только название. Решения, которые применяются в Европе, сильно удорожают конечный продукт. А кому надо терять продажи из-за высокой цены? Корейцы умные. А что корейцы? Японцы тоже не отстают. Lexus привезет в Россию свой самый крутой суперкар – купе LC500. Его премьера состоялась в начале года в Детройте и, если честно, вызвала легкий ажиотаж. Премиум-бренд из Японии прежде не выказывал желания выступать в этом сегменте, а тут вот вам, пожалуйста. Автомобиль оснащается V-образным 8-цилиндровым атмосферником мощностью 467 лошадиных сил. Трансмиссия автоматическая, 10-диапазонная, а первую сотню купе набирает за 4,5 секунды. Как и подобает настоящему спорткару, LC500 заднеприводный. А ограничитель скорости здесь только для того, чтобы ни у кого не было желания положить стрелку спидометра. Есть у автомобиля и гибридная версия, но тут какие-то жалкие 355 лошадок, хотя и расход топлива должен быть меньше. Японцы, кстати, пока не решили, будут ли они у нас ее продавать. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться. «Территория машин».